Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале NSX49. Мощный западный циклон разворачивается над Уралом, забрасывая далеко к северу часть теплого сектора. Зато на юге Урала этот циклон получает вторую жизнь с притоком еще более теплого воздуха субтропиков и возможность прорваться в Сибирь. А теперь о погоде более подробно. 8 февраля в Новосибирске ночью без осадков. Днем мокрый снег, слабая метель, на дорогах местами гололедица. Ветер южный 2,7 метра в секунду, порывы до 13. Ночная температура воздуха составит минус 6,8 градусов, днем 0-2. В последующие дни все так же мокрый снег и метель. 9 февраля в ночные часы синоптики прогнозируют минус 4,6 градусов, днем около 0. 10-го ночью и утром температура будет по-прежнему около 0, а к концу дня ожидается похолодание до минус 5 градусов. Академия угля. Наш уголь – тепло, которое согреет в любую погоду. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом у меня все. Желаю вам отличного настроения!